Добрый день, мои друзья! Приглашаю вас в гости в свои прекрасные апартаменты, в которых я живу на этом чудесном острове Мидупару, называется. Заходите, гости дорогие, радость и печаль на всех разделим. Ну я просто предлагаю начать сразу с ванной комнаты. Вот ванная комната, в которой как бы я... Ну заходите, вы должны это увидеть. Ну, здесь, в общем-то, все достаточно просто, но интересно то, что вся эта, естественно, вилла стоит на воде. И водичка плещется, и такой, знаете, постоянно идет небольшой гардероб, мои прекрасные одежды. Вот, посмотрите, какая рубашка, я в Сингапуре рассекал в ней. Сейчас сюда взял с собой. Вот. Кровать, на которой можно вполне поместиться втроем, а то и вчетвером. Но нас здесь гораздо больше, как вы видите, поэтому место раздольное. Так, самое интересное, самое мне нравится тут то, что здесь сделан из прозрачного стекла пол. Посмотрите, как круто. Интересная задумка, можно вот сидеть, как бы, да, а можно прям вообще сюда сесть. Вот так вот сесть и наблюдать за водичкой. Вот, вспоминается шоу «Остров». Вот, в общем-то, это собственная такая для загара лежачок, где можно полежать и вот так раз, прекрасно валяться, и никто тебя вообще не трогает, ты находишься просто в уединении. Ну и, конечно, самое, что интересно. А, ну джакузи, пожалуйста. Вот, джакузи, если вам хочется понаблюдать, как закат, закатом полюбоваться. Ну, многие джакузи используют еще для других, ну, я имею в виду релаксацию. Вот. Ну и, конечно, собственный спуск к воде. Вот, очень важно, потому что можно плавать и никого совершенно не тревожить своими красивыми телесами, потому что на обычном пляже люди, конечно, открывают рот от красоты и, конечно... Ну что ж, нескромный Прохор Шаляпин, да, и моя хорошая подруга, которая сейчас снимает, но это не останется за кадром. Вот. Еще раз полюбуйтесь на эту красоту, я вас всех... Я хочу, чтобы вы все здесь обязательно побывали. Вот. Мальдивы, конечно, это совершенно не дешевый, ну, как бы, район отдыха в мире. Но, тем не менее, здесь можно найти тоже отели и подешевле, и подороже, в общем-то, на любой карман и уровень. Вот. Так что всем вам желаю любви, самое главное, ну и жду вас на своих концертах. Ваш Прохор. Я нахожусь в садах нашего прекрасного отеля. Я не перестаю восхищаться тем усердием, с которым здесь все убрано, так чистенько, хорошо. Хочется, чтобы во всех садах нашей души всегда было чистенько и хорошо. Вот и подошел к концу прекрасный отпуск. Мы в компании идем, ну, я имею в виду с туристами, идем на самолетик. Вот, пожалуйста, это Аня. Ну, вы не подумайте, мы просто познакомились на острове. Сейчас начнется она с супругом. Вот, вот, пожалуйста, закат, ой, это рассвет. Ну, кстати, где закат, сейчас где рассвет. Сейчас поедем на маленьком катерочке до пристани и полетим на самолетике. Итак, смотрите, какая красота. И помните, друзья, Мальдивы. Аллилуйя. Дальше.